Класс. Выйти надо их заклеивать. Примеры. Я все сказал, как ты просил. Юра, ну ты зашел. Ну ты зашел. Поздравляю с премьерой. Так она одноразовая какая-то. Поздравляю. Поздравляю. Прекрасная премьера. Поздравляю. Совершенно очевидно для меня в этой истории, что я не хотел придерживаться текста, я не хотел придерживаться сюжетной линии произведения, потому что это не было самой целью. И, наверное, искать нарративного параллельного движения, но в спектакле, конечно, нет смысла, и не было такой цели. А хотелось именно порассуждать на тему того, что внутри. А когда ты рассуждаешь на тему того, что внутри, то ты, естественно, ориентируешься на свое представление об этом. И твои собственные ассоциации, которые возникают в твоей голове, связанные с высшим разумом, связанные с религиями, связанные с космическим пространством, связанные с космосом внутри каждого из нас, связанные со своими собственными страхами, они уже вырисовываются из собственного опыта, из собственного представления и того прошлого, которое для каждого из нас становится некой энциклопедией собственной жизни. Соответственно, что то, что собирается за время нашей жизни, это все ассоциативно можно выразить на сцене с помощью каких-то решений, к которому мы прибегаем. Естественно, что пластический театр предполагает, помимо визуальных созданных, скажем, эффектов или действий, представляет из себя и хореографический текст, пластический, и где каждое движение ты наполняешь неким смыслом. Изначально я думал, что хотелось зрителя сделать положительным героем нашего спектакля, чтобы протагонистом спектакля был конкретно зритель, а мы все были бы антагонистами, что мы мешали бы зрителю разобраться в самом себе. Но потом я отказался от этой идеи, понимая, что все равно в любом случае погрузить зрителя в сам спектакль. Для этого нужно все выстроить таким образом, чтобы зритель оказался интегрированным в этот спектакль. В нашем случае зритель находится очень близко к артисту, да, и поэтому, когда зритель приходит, чувствует уже атмосферу спектакля, во-первых, он погружается в атмосферу переговоров по рации пилотов, летчиков, космонавтов, звучит эмбиан, такой саунд-дизайн, который дает тоже возможность ощутить себя уже в каком-то другом пространстве. Весь театр наполняется уже неким состоянием. И когда тебе выдаются на входе еще и очки, ты садишься в этот зал и погружаешься в атмосферу сначала космического пространства, потом оказываешься в замкнутом пространстве каждого персонажа.
Но в этом случае мне кажется, что зритель ощущает себя одним из нас.